Я уже упоминал логический тип данных bool. Давайте посмотрим на логические значения чуть более детально. Итак, имеются два логических значения. True – истина, false – ложь. False обозначается ноликом, true обозначается единичкой. Существуют три основные операции с логическими значениями. Это операция или, or, операция и, and, и унарная операция not. Они определяются достаточно естественным образом. Операция или применяется к двум логическим переменным, и она является истиной в том и только в том случае, если хотя бы один из операндов x или y является истиной. Более формально можно показать это следующим образом. Давайте посмотрим на все возможные значения x и y. X у нас может быть нулем или единичкой. Y тоже может быть нулем или единичкой. Давайте перечислим все возможные значения. X, Y может быть пара 0, 0. X, 0, Y, 1. X, 1, Y, 0. X, 1, Y, 1. В таком случае, если и x, y равны нулю, то результат x или y равен нулю. В остальных случаях хотя бы один из операндов единица. Тогда и результат будет тоже единица, то есть истина. Операция x и y работает следующим образом. Результат является истиной в том и только в том случае, если оба операнда являются истиной. Поэтому единичку мы здесь пишем только в последней строчке, а остальные все варианты дают в результате 0. Наконец, операция not x, она инвертирует значение переменной x. То есть, если x была истиной, то результат равен ложь. Если результат ложь, то not x это истина. Таким образом, здесь у нас получается в первых двух вариантах единичка, во вторых двух вариантах нолик.